период подготовки к Олимпиаде инвестиций в городе как государственных, так и частных было предостаточно, отмечает мэр. Благодаря этим проектам улучшения произошли во всех отраслях города. После завершения олимпийского строительства объем инвестиций пошел на спад. Но все же Сочи удается сохранять лидирующие позиции в Краснодарском крае, наряду со столицей Кубани и Новороссийском. В любом случае, подчеркивает Пахомов, пришло время предлагать свои варианты хорошей жизни, формировать перспективные идеи. К тому же инвесторов, которые готовы и могут реализовать инвестиционно привлекательные проекты, предостаточно. Пока ни от кого из вас не появилось ни одного предложения, что нам надо в отрасли решить эту проблему. Там ЖКХ, решать проблемы, связанные с экологией, с санитарной очисткой города. На этот счет можно сказать каждому, надо включать мозги. Не просто сидеть вот и по накатанному идти, получать поручения, выполнять их. Это удобная форма, но ее надо менять. Сельское хозяйство, курортная отрасль, транспорт, готовые инвестиционные предложения по развитию отраслей должны быть у каждого городского департамента. К тому же вопрос об их реализации можно решать на месте. Уже в октябре в Сочи свою работу начнет очередной экономический форум. Край на нем представит 1800 готовых проектов, куда можно включить и предложения структурных подразделений курорта. В настоящее время муниципалитет готовит интерактивную мультимедийную презентацию, которая объединит все инвестиционно-привлекательные проекты и земельные участки. Для создания банка инвестиционных идей глава Сочи отвел 10 дней.